Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S10 Lite изменить настройки даты и времени. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Общие настройки», «Дата и время». Чтобы изменять время вручную, выключаем функцию автоопределения времени. Здесь можем выбрать часовой пояс. Сначала выбираем наш регион, затем выбираем часовой пояс. Здесь можем поменять дату. И здесь можем поменять наше время. И также можем менять часовой формат с 24-часового на 12-часовой. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!